Здравствуйте, меня зовут Суслик, и мы опять играем Project Zomboid. Хотел бы попросить вас, зрители, участвовать в конкурсе, объявление о котором будет в 11-й ересе. Не спрашивайте меня, как будет 11-й ерес, я сам не знаю, когда не будет лень, наверное. Но когда-нибудь точно будет. Ну и давайте продолжим играть. Я бы хотел пару новостей про Project Zomboid рассказать. Скоро будет версия 297 RC 29008, то есть 8-й билд. В этом билде обещали добавить поддержку геймпадов, например, Xbox. У меня он есть. Да, вот. И также локальный мультиплеер. То есть это не онлайн, а на одном компьютере с помощью нескольких геймпадов люди играют. Вот. Мне это очень нравится, так как у меня есть огромный этот телевизор с HDMI и другим компьютером, на котором можно будет спокойно играть. Но онлайн пока не обещали, поэтому никаких коопов я пока не смогу записывать. Вот. Ну и если вы помните, мы поспали в мотеле. На самом деле я сам едва ли вспомнил, что это мотель. И мы слышали какую-то стрельбу на улице. Сейчас у нас 15:10, мой персонаж голодный. Давайте найдем какую-нибудь еду. Еду. Вот, давайте, например, откроем. А, не, он сразу ест. Окей, все, мы поели. Можно выходить на улицу. Естественно, оружие мы до сих пор не нашли, если вы помните. Вот, поэтому я хочу найти оружие. По-моему, я зря это сделал. Но, ладно, будем надеяться, что зомбарь тупанет и не станет за мной идти. Хотя я что-то очень сильно сомневаюсь. Ну да, он там что-то заблочился. Так интересненько. Очень. Так. Смотрим, что-то у нас есть. Ничего нет. Да, вообще, знаете, мне кажется, что в мотеле ловить нечего особо. Я думаю, в мотеле никогда тут ничего нету. В конце концов, посмотреть тупо на комнаты. Да, здесь я уверен, что в мотеле пусто. Но то это и мотель. Так, блин, теперь... Как мне... Господи, это было страшно. Ладно, давайте зайдем в... Окей, я хотел зайти вон туда, но там-то я уверен, что-то есть. Давайте пытаемся открыть окно. На самом деле, я не очень представляю, как в эту игру играть на геймпаде. Но когда будет 8-й билд, я все-таки попробую, наверное. Если мне понравится, я буду записывать с геймпадом. Вот. Я не думаю, что тут много всего, конечно. Мне кажется, нет, вообще ничего нет. Еще одно абсолютно пустое, бессмысленное здание. Окей, пойдем дальше. Пойдем дальше. Так, по-моему... А, я в этот дом еще не пытался залезть, да? Ладно, давайте попробуем. Ну, сейчас по-любому будет сирена, я вот там уверен просто. Просто вот, ну, уверен. Уверен, уверен. Ну, это ну нафиг, слишком долго. Так, ладно, проблема у нас в чем? Я без понятия, где находится мое убежище, которое мы отстроили, если вы помните. То есть там все занавесили, абсолютно весь дом. Ребят, ну тут точно кто-то стрелял, потому что мы никак не могли убить зомбаря. Вот. А тут вот убили как бы. А, да-да. Ой, страшно. Воу-воу, страшно. Поэтому, видимо, все-таки... Мне кажется, на самом деле, что тут нет NPC, просто в конфиге прописано, типа... Простите, у меня зависло немного. Прописано, типа, kill zombies when герой там in something place, he can't see, ну, что-нибудь такое. Мне кажется, там просто конфиг какой-нибудь на выстрел и убийство зомбан. Мне кажется, что тупо увидеть вот так вот NPC мы не сможем. Так, это у нас, видимо, прачечная. Нам прачечная не нужна. Так. Так. Так, подождите. Здесь тупик. Опс. Опс. Не-н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 е
хорошо, они слышат прекрасно шаги. Вот, вот видите, я сейчас иду на контролах, этот зомбар меня вообще не заметил. Потому что я иду очень медленно, как бы. Вот. Это, я считаю, что когда вы на контролах, это
Вы крадетесь, и вас слышно очень плохо. Так. Ого. Давай, 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 давай. Опа, открыл. Сигнализация, нет? Да ладно, неужели нет сигнализации? Отлично, забираемся внутрь. Вот так вот щелкаем дверьми. Туалет. Что у нас в туалете? Ничего у нас в туалете нету, как всегда. Так. Отлично, вот эта кухня. Класс. Да, тут что-то есть. Peanut butter. Это арахисовое масло. Ого, ничего себе, патрончики. Ну, возьмем, потому что, да, надо так. О, еще один контейнер. Шоколадка. Давайте возьмем. В принципе, я и этот, как лапшу тоже возьму. Так, стоп, а какой у меня отсек открыт? О, блин, то есть это все складывается. Блин, все плохо. Сначала нужно сейчас все теперь переложить. Теперь открыть рюкзак, и пусть все в рюкзак складывается. Потому что когда у нас открыт рюкзак, все складывается именно в рюкзак. О, бутылка воды. Так. Идем дальше. Тут у нас спальня. В спальне мне, конечно... Ух ты! Во, оружие. Все отлично. Там мы их экипируем. Ага. Теперь мне тяжело. А, нет, все нормально. Это оденем. Естественно, никак это чуть не отображается на нашем теле, но их фиг с ним. О! Опа, бандажики. Классно. Как видите, у нас уже очень все переполнено, как бы. Так, сколько весит эта фигня? Давайте... Не надо, потому что... Нам это особо не помогает, потому что даже не видно на теле, что одето что-то. Поэтому не надо. Вот. Итак, у нас уже ночь, поэтому давайте тут заночуем. По хардкору. В неизвестном доме. Ах ты. Ах, это страшная музыка, блин, как я ее ненавижу. Ай, как я ненавижу. О, мне холодно стало. Только еще 3 часа ночи, и мне холодно, и жажда мучает. Вот. Чили. Так, ладно, давайте тогда оденем эту хреновину. Найти бы ее еще теперь. А, вот она, да. Все, теперь ему вроде не должно быть очень холодно. Как... Давайте-ка... так, зажигалку. А, то есть она мне включена все это время было, что? Лол. Ладно. Ну чё, я как-то, знаете, не хочу в 3 ночи как бы выходить на улицу, потому что это всё-таки какое-никакое, но правило выживания. То есть, ну блин, ну ночью лучше по улицам как бы не ходить, потому что вы-то ничего не видите, а зомби все чувствуют. Вот поэтому лучше как-то переждать. Вот. Можно выпить таблеток, хотя не, я не хочу пить снотворное. Так бездумно его тратить, вы чё? Не... Окей, не устал. Ну, я даже не знаю, что делать. Можно подождать. Вот так. Нормально. 5:30. Раннее, очень раннее утро. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Отключу музыку, чтобы она меня не отвлекала. Итак, все знают, какой-то эпичный саундтрек. Ой. Ах, все-таки меня один зомбарь услышал. Что ты пугаешься? Ой. Ой-ой. Ой-о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 й. Самое смешное, что я смотрел летсплей от разработчиков, то есть от IndieStone. Они сами не могут выжить в том, что сделали. Они не могут выжить при таком количестве зомбарей. Почему бы им не сделать поменьше? Они, если они сами не могут выжить, смысл вообще? Это как делать карту, но типа, вот офигительная карта, ребят, сам пройти не могу, вот я ее сам сделал, сам не могу пройти, пожалуйста, вот попробуйте, да. Ну это же гениально просто. У нас что, двери нет? Вау, мазафака, граффити всякие. Тут так опасно, короче.
Ах, блин, сердце бьется, мне так по ушам долбит, я ж в наушниках сижу. Этот звук, тук-тук-тук-тук-тук. Вы это, наверное, не слышите на записи, потому что у вас очень сильно убавлены звуки, скорее всего, просто из-за того, что это запись. Вот. А у меня тут долбит в уши, тук-тук-тук-тук. До сих пор, между прочим, меня это очень раздражает. Так. Ух ты, свалка! Ладно, на самом деле в этом нету ничего крутого, но... Может быть, что-то есть в контейнерах? Да, конечно. Окей. Окей. Ой. Ни хрена полезного тут нет. Ну и ладно. Да, но я думаю, что свой дом я уже не найду. Потому что мы сейчас вообще в самом нищенском, донищенском районе. Ну, если вы по домам посмотрите, это самые нищие дома, которые только могут быть. Такие вытянутые домики, которые даже скорее не домики, а какие-то фургончики. Вот, это самые нищенские. Вот. Ну и тут это парк, скорее всего. Да, это парк. Засранный парк. Так, ладно, давайте убьем первого зомбаря в нашем летсплее. А то мы уже таблетки, блин, нашли, а зомбаря не убили. На! 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 А, то есть... Ну, нет, ребят, ну это совпадение. Тут на самом деле это не работает. Так. Skills. Sneaking. И Lightfooted. Чё нам? Кстати, да, и хотел бы я попросить. Я уже вроде попросил участвовать в конкурсе. Пожалуйста, не пишите под видео, когда ересь. Я сам не знаю, когда ересь. Леда не знает, когда ересь. Понимаете, что никто не знает, когда ересь. Даже, ну вообще никто не знает, когда ересь. Если мы не знаем, то не знает никто. А мы не знаем, поэтому не нужно лишний раз спрашивать, потому что меня это немножечко раздражает. Да, когда задают эти вопросы. Поэтому лучше... Если вы хотите ересь, лучше не спрашивать, когда она. Но она будет. Скорее всего, скоро, потому что ну конкурс как-то, ну, будет тупо, если мы такие конкурс сделали, а ересь через месяц, да. То есть, ну, может быть, даже в мае. Может быть. Вот, я точно не уверен. Ну и пока что мы бежим, ничего особенного не происходит. Давайте пойдем в лес. Наверное. Опять по ушам долбит. Да что ж такое? Успокой свое, блин, сердце. Я не знаю, что у тебя там. Легкие, может быть, тебя долбятся, потому что ты бежишь. Давай пробуем. Нет, это безысходность. А, вот тут проход. Да вы издеваетесь, да? Ну в лесу-то они откуда? А, окей, тут дом. Классный одноэтажный дом. Смысл? Зачем? Зачем такое делать? Зачем так много? Это, наверное, чисто развлекуха для людей, которые вдруг нашли дробовик. Вот, для них это развлечение просто найти огромную толпу зомби и из дробовика их шмальнуть 3 раза, и там столько трупов, что... Ну, вы поняли. Вот. Чё, может быть, опять попробовать сходить к полицейскому участку? Что это такое? Что? А, я думал, ты это... Я думал, это поликлиника. Но нифига. Подожди, а дверь открыта? Нет. Ох, как долго. Нет, не хочу. О, вот туда я хочу. Вот в эту будочку. Так, давай, зомбарь, перелезай. Либо это бородатая баба, либо я чего-то не понимаю. По-моему, это все-таки мужик. А, нет, это баба. Чё, какая-то агрессивная, слушайте. Но. А, как ты меня бесишь. Слушайте, меня это реально бесит. Ну что ты такой слабый, я не понимаю. Мне это реально бесит, потому что здесь настолько не сбалансирован комбо, что мне нужно полчаса махать одного зомба биты, чтобы его не то чтобы убить, чтобы его уронить. Вот. Вот этого я думаю сейчас буквально быстренько прям. Да, вот этого быстро. От того, что я лупил, как будто он танк, блядь, а не зомби. Да, давай. Так, все вроде в порядке пока. Как ты долго открываешь это окно, боже мой. Давай со злостью.
дерьмо. Окей, давайте попробуем это окно. Что ж это за человек, а? Просто не человек, а ужас какой-то. О, вот еще одно. Ведь я знаю, что за мной там зомби где-то идет. Да, до сих пор идет. Сука, какой же ты медленный. И слабый, и медленный, и не знаю, это что. Вот понимаете, да, что он еле-еле убил зомби, который упал. Охренительно. Ты силен, ты качок, ты юзер. Ты не можешь открыть окно. Тэлл. Да, у меня не получилось, да? Офигеть. Я это окно дергал, блин. Хрезать сколько. А, ок. Ну нормально, да, то есть. Буквально одно движение и... О, TV Dinner. Так, так. Тяжело с какого такого... Что это за человек? У нас еще и дождь пошел. Прекрасно, просто прекрасно. Так, туалет. Спальня. Ну, сейчас мы тогда посмотрим, что здесь на заднем дворе. И... Ах ты ж! И сколько ты будешь этого зомба лупить, мне интересно. А ладно, мне не интересно. В этот дом вообще есть вход? А, да, вот. Ну, просто тут, по-моему, окон нету. Нет, нету. А мне очень интересно, что там. Поэтому сейчас мы это выбьем, пойдем спать, и на этом выпуск закончится. Ну, ну, вообще дверь? Да, да, я знаю, что ты устал, потерпи. Давай, 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 давай. О, наконец-то. Итак, тут гвозди, и все, блин, зашибись, да, сходил, называется. Боже. О, да, это так страшно. Ну и все, тогда мы тут заканчиваем. Вот тут вот. Сейчас, подождите, мы возьмем, наверное, одну... скатерть. Естественно, он сразу три переложит. Вот так. Теперь обратно переложим эти две. И ляжем спать. Все, до свидания. С вами был Суслик. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Не забывайте участвовать в конкурсе. И всем пока.